Так, всем доброго времени суток, дорогие друзья. Тренировки у нас Лео продолжает. Лео. Рядом. Стой. Ко мне. Стой. Стой. Рядом. Я прошу прощения, на одни ноги, но по-другому не могу снимать. Вот давайте так идем. Лео, рядом. Стой. Стой. Видите, вокруг ходит, как собака. Рядом. Стой. Хорошо. Ну что, дорогие друзья, как вы знаете, мы слова на ветер не кидаем. А также, когда я обращаюсь к вам роликом за советом, то я к этим советам обязательно прислушаюсь. Потому что, что я не знаю, я интересуюсь. И мне в роликах посоветовали по поводу кормления Лео много всего. Естественно, мнение 50 на 50 делится, без этого никак. Но из того, чего вы написали, мы приобрели все. Маэстро, подойди, пожалуйста, с этой стороны. Перепелиные яйца. Куриные яйца. Молоко, кефир, сметана, творог. Это сердечки индейки. Вы написали сердечки индейки купить. Шея цыпленка, сердце цыпленка, крабовые палочки, мойва сырая, мойва копченая, говядина, индейка, печень. И поменяли, ну на всякий случай, мало ли, он не будет есть, а мнения поделились, сказали 50 на 50. Поменяли, я не знаю, как это, жидкий корм, как он называется, вот на эту фирму сказали, она одна из самых лучших. Так давайте сейчас проэкспериментируем вместе с вами все, что вы посоветовали, все, что мы делали. Насколько наш питомец, Лео, будет есть все это дело. Это мы пока убираем в сторону, не будем, потому что правильно писали в комментариях, сюда что-то добавляют, поэтому коты и кошки едят. Это убрали в сторону. Мы перейдем на натуральный продукт. Сейчас мы разложим вот в эти тарелочки по чуть-чуть. И посмотрим, к чему Лео подает. Лео последний раз ел сегодня в обед. Время уже вечернее. Да, как мне сказали, кошки могут много не есть, но наш Лео к этому не привык. Поэтому на голодный желудок Лео посмотрим, как он будет есть. И что он предпочитает из того, что вы посоветовали, из того, что я не знал и сказали. Поэтому спасибо вам большое за комментарии. Как вы видите, что я ни одно комментарий не игнорирую. Все внимательно читаю, изучаю. И вместе с вами экспериментируем. Но мы не экспериментируем, мы желаем, чтобы наш питомец перешел на натуральную еду. Но с кошками, как я понял, это сложнее. Но, опять говорю, невозможного нет ничего. Терпение, любовь к питомцу, и все будет хорошо. Мы сейчас отключимся, разложим, а потом подключимся вместе с вами, подойдем к Лео. Так, спасибо. Дорогие друзья, мы вот разложили все, что вам перечислили, вот здесь лежит. Давай, маэстро, отпускай, он со шлейкой у нас ходит. Отпускай его, Юна. Отпускаем. Отпускай, пацан, что натворит? Куда он подойдет? Так. Так. Дегустатор у нас, давай. Может, это сам, самурай? Самурай. Так, опа, смотри, что есть. Печень. Печень, да. Молодец. Печень есть. А говорили, натуралку не будет есть, да? В такой ассортимент. Так, индейку не поел. Печень. Индейку нюхать. А давай ему шлейку включим, Юна, чтобы он отключим. Давай, сейчас. Вот так, чтобы он более уверенно себя чувствовал. Чтобы не мешал, давай, кушай. Кушал, так, печень ему понравился куриный. Так, убираем печень. Да. Ирина, держи, кисломолотая. Так, рыбка. Сейчас он намешает потом. Так, творог, сметана. Творог ест. Сметанку облизывает. О,
сметанку поел. Тебе у него понос не будет случайно, я прошу прощения? Не будет. Смотри, ты как наш сам здесь не под... Не в коем случае. Так, творог со сметаной можно мешать спокойно, поел. Забираю. Я маэстро, возьмите, пожалуйста. Он как будто знает. Так. А давай попробуем, Лео. А давай попробуем. Тут кефир. Пьет кефирчик. Отлично. А молоко? Слушай, он как будто понимает, что дегустирует, знаешь? Молоко с удовольствием должно. О! Дорогие подписчики, друзья, спасибо вам огромное. Ну, мы решили так по чуть-чуть. Молочко пьет. Ой, как вкусно молочко. Все. Все, хватит. Маэстро, забирай. Так, дальше. Кефир. Кефир не хочет. Яйцо куриное. Посмотри, он как будто понимает. Опа, пошло к яйцу тоже. Облизывает. На, перепелиное. Так, Ювенар, подними эту рыбку, дай ему, пожалуйста. Смотри, что у меня есть, смотри. Да он знает, что кушать. Опа. Сердечко еще там. Вот сердечко. Облизывать, есть. Да рыбка есть. Куда он денется? У меня же был кот на воспитании. Да, ты рассказывал. Да. Ты быстро его воспитал, да? За неделю, знаете как, и сухарики кушали, и все. Аж удивлялись сам хозяин. Говорит, у нас хлеб вообще он не кушал. Через неделю не узнавали кот, говорит, а он вообще кушает все подряд. Смотри, смотри, шейку. Куриную шейку. То, что посоветовали. Ты знаешь, я тебе скажу так. Все, что нам посоветовали, он попробовал. Смотри, сердце как ест. Смотри, мы знаем так, что дома, что мы кушаем, и так и котят, и это самое, то же самое. И ну да, но сейчас же пошли вот наглые. Это все мы же кушаем, правильно? Конечно, кушаем. Ну вот так и он должен питаться. Чего тут так? Тут так всех, естественно, ничего нету. Так, маэстро, подержи, пожалуйста, я говядину принесу. Вот так, пусть поснимай его, пожалуйста, люди видели? Давайте. Я говядину только помню. Смотри, Лев, не будешь, не будешь кушать, за шею возьму тебя. А, там кушает. Молодец. Yes? Кушай, кушай, да. На. Так, я хочу, чтобы ты говядину поел. На. На, вот сюда. Давай я ему нарежу сердечки. Пока он там пусть дегустирует. Надо так Что, есть вина? Печень? Да. Ему надо объяснить, если будет наглеть, ему надо тогда неделю с этими, с бездомными котята где-нибудь. Смотри, сердечки куриные. Да. Не, ему он самый. Куриный печень ему понравился. Да. Куриные сердечки ест. Сергей, я буду собак ловить. Давай, Юна, давай я им займусь. Дорогие подписчики, я собак пойду. Кормить. Уже. Они... Или сюда пускать? А, не, подожди, маэстро, подожди, я собакам арбуз купил. Специально для них. Не,
Не, завтра покормим арбуз. Завтра днем покушаем, покормим, и как раз я улечу. Если вам будет наглеть, сейчас я собак покушу. Если не будет есть. Нет, вот куриные сердечки ест. Всем еще раз огромное спасибо, кто посоветовал. Ну вот, видите ваш метод. Все, что написали, я все приобрел. Ну, не все, но большинство. Все свеженькое. Есть натуралочку. Сейчас уберу. Да, ешь, ешь. Что тут? Рыбку не поел, рыбку попробуем завтра. Сейчас перепелиное яйцо. Ну, попробовал, облизался. О, облизывается. Да, мы не сделали перебор. Мы всего положили, чтобы проанализировать, что ему больше понравилось. Следя за ним, как он облизывается. Что, киса, на улицу хочешь? Сейчас пойдем на улицу. Дорогие друзья, всем огромное спасибо, кто посоветовал. И еще раз скажу, если я у вас спрашиваю совета, я никогда не проигнорирую, и максимальную пользу заберу, потому что есть много людей, которые имеют своих животных и правильно дают советы. Спасибо еще раз большое. Пусть это будет вам наглядный пример, что я не игнорирую, читаю комментарии, отвечаю, все запоминаю. Все, наелся малыш. Дорогие друзья, молочка с утра, сметана и творог, вот они лежат. Лео, рядом. Стой. Рядом. Пойдем, 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 пойдем. Рядом. Стой. Хорошо. Рядом. Стой. Что за пятна? А, яйца вчера не видно было. Ладно, пошли. Отлично. Отличный результат. Есть творог, ест творог и сметана. Просто супер, я очень доволен. Самурайчик, доброе утро. Ну что, дорогие друзья, потихонечку начинаем приучать натуралки. Я же говорю, ничего такого нет. Ну что, дорогие друзья, наш Лео ест творог, сметана. Нет, ты будешь это есть. Самурайчик наблюдает. Результат мне нравится. Мы любим своих животных, питомцев, но на поводу не идем. Пока призничал, помяукал. Но подошел и обратно начал есть. Утром хочу на кислую молочку. Ешь, ешь, ешь. Отвлек тебя? Ничего, поешь. Вот у него здесь кисломолочка. Ешь, 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 Лева. Ты не забывай, что у меня четверо детей, 7 собак. А ты 8-й. А то тут умничаешь. Будешь ты, не будешь. Ешь, ешь, потихонечку ешь. Нормально. Молодец. Жрать захочешь и не только сожрешь. Прошу прощения. Но. Я сразу в армию вспомнил свою перловую кашу. Ненавижу перловую кашу. Лично, сугубо личное мнение. Но не мог я ее есть. И до сих пор не могу есть. Перловку, аж когда вспоминаю, меня аж трясет. Парень у нас принципиальный.
по чуть-чуть ест. Ну, проявляет характер, ничего страшного. Я вам туда еще перепелиное яйцо добавил. Ну ничего, вот тут у меня индейка чуть-чуть нарезал. Давайте попробуем, как с индейкой. Я же тебе плохой не хочу. О, отлично, отлично, дорогие друзья. Ну, все, что я показывал, я ему потихонечку все это по отдельности приношу. Ну что? Видите, ничего сложного нет. Терпение, да. Есть индейку. Дорогие друзья, нет ничего невозможного. Невозможно вернуть время назад. Это там можно исправить ошибки и идти дальше. Не совершать те же ошибки. Есть индейку. Давай нам правила диктовать. Это буду, то не буду. Ему натуралку, а он капризничает. Но, еще раз повторюсь, ничего против этих Макдональдсов не имею. Сам ем. Но когда ребенку положишь в Макдональдс, гамбургер, картошку жарить, или отварную картошку, свеженькую, с грядки, с огорода, свежее мясо, ребенок также будет на Макдональдсе, потому что там тоже, мне кажется, что-то добавляет. Постоянно хочется есть. А есть, ешь, а потом жалеешь, думаешь, нафига я это все съел? Молодец. Молодец, Лео. Все, дорогие друзья. Еще буду сегодня добавлять разные добавки. И вперед. О, маэстро, утром уже всех собачек покормил. Время? Это 6:30 утра, у меня 6 утра будет. И что думаешь, маэстро? Доброе утро и приятного аппетита. Спасибо, Паша. Видишь, что делает? Я ему утром, маэстро, творог, сметану, он так чуть-чуть, а жрать-то хочется. И что думаешь, индейку смотри, как уплетает. Конечно, я же говорил, что он будет. Куда он денется? Куда? А, нет, там писали просто, очень много советов умных писали. Но также писали, но люди, я понимаю, люди писали, что очень тяжело приучить. Инна, поправи эту штуку. Очень сложно приучить, чтобы перешел на натуралку с этого. Я говорю, у нас нет ничего невозможного, кроме время. Невозможно время вернуть назад. И посетитель наш. Да, сейчас я его с ним на шлейке пойду погуляю. Маэстро, у нас сегодня арбуз. Покормили собак уже? Да, конечно. Сейчас часик пройдет. Арбуз холодный, арбуз порежем собачкам. Пускай 2 часа. Час 45, да, час 30 переварит еду всю. И арбузик им дадим, наверное, холодный всем. Все сказали, что день арбуза был. Все сказали, что арбуз можно. Мы никогда арбуз не давали. Ничего не знали это. А то даем тебе немножко, а то не то дали. А я честно,
Очень много людей, которые понимающие, показывают, в Телеграме тоже показывают, поэтому. Ну что, дорогие друзья, поздравляем. Спасибо вам огромное. Победа за нами. Я думал, ты ему по морде хочешь на какой-то, я думаю, аж замер. Палки есть для этого. А где этот его? Так, все, дорогие друзья. Вот он играется, игрушечку ему привез. Поел, хорошо, заиграл. Ай, молодец. Ай, хорошо. Я прежде чем ему кушать даю, тренирую его. Рядом, ходит. Конечно, да, это тоже собака, котопёс. 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 Вы любите эту игрушку? Это же мышка там. Вот так. Ага. Не за что, не за что, не за что, малыш. Не за что. Все, дорогие друзья. Делимся, показываем, советуемся. Благодарю вас. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, приучаем к шлейке. Пойдем. Да, показывай тоже. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай, давай. Ты нормально ходишь в шлейке. Давай, иди сюда. Это поводок неудобный какой-то. Олег, может, это рулетка? Это вообще толстый. А, давай, Ювеналь. Есть? У нас же есть. Вот, да, дай, пожалуйста. Да. О, великий. Вот он наблюдает, о, великий. Лео, ты склонен к побегу, так что иди. Вот он. Подлетел, побежал. Он думает, умнее всех он. Смотрите, шлейка ругается, кусает его. Ты что, хотел смотаться? Ай, ты думаешь, ты один такой умный, да, Лео? Ты думаешь, ты один такой умный? Котяра. Ай, так. Вчера весь день его приучал к шлейке. Да. Динали про желтые пятна. Залечили. Травка растет. Да, все. Ну, потому что сейчас все, все, нашему руководству, в лице наших друзей-подписчиков, все, согласен, маэстро. Тут зачем гонится? Самурай за бабочкой гонится. Самурай что думает? Только отойди от него, да? Кому не покажешь, все будут смеяться. Собаки ходят без поводка. Кошка на шлейке, на поводке. Травку жрет.
Нормально уходит. Я его вчера весь день у меня на шлейке был. Ну, дома, без поводка, на шлейке. Конечно, первое время капризничал. А потом нормально ходил. Так что пусть свои капризы в другом месте проявляет. Уже не дерется самурая. Лещей не дает ему. На улицу ходил. Не. Самурай ждет, пока я отойду. Ну все, дорогие друзья. Дорогие друзья, опять сорвался. Опять со шлейки сорвался. Ну что такое? Не могу понять, что за шлейки такие. Где-то он здесь. Ну смотрите, видите? Лео, кс-кс-кс. Лео. Лео. Вот шлейка. Опасно отпускать его во дворе, где он? Да иди сюда ты. Лео. Чтоб борзым не пошел. В принципе, у нас все закрыто, но все равно. Лео. Поймать, а? Да твою ж мать. Да что ты, ракета бегает. Как не его поймать? Самурай, помогай, самурай. 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 Самурай, ко мне. Самурай, ко мне. Помогай его поймать, самурай. Лео, поймай, Лео. Давай. Давай, самурай, помогай. Вон он, поймай, самурай. Поймай, самурай. Самурай, помогай. Самурай, поймай его. Самурай, ты можешь помочь его поймать? Давай, ты с этой стороны. Давай, давай, самурай, давай. Молодец, самурайка. Он подойдет, самурай, тут, наверное, присядет. Да он еще самурай гоняет. Ух ты, самурай, как красиво прыгнул. Извиняюсь. Вообще облетел. Давай, самурай, держи его там. Да ты ж твою, а. Я же стал через эти кусты прыгать. Где он, самурай? Ну, поймай его, самурай. Давай его, поймай. Давайте с этой стороны пройду. Лео, хренушки ты еще выйдешь отсюда, Лео, из дома. Ну, пока. На, мальчик, на. Ай, Лео, молодец, Лео. Блин, не смог поймать.
Мил, давай, самурай. Давай, самурай, помогай, молодец. Давай, ко мне. Давай, давай, самурай. Да что ж такое, а? Эти кошки-мышки. Молодец, Лео. Ой, все. Фу. Набегался. Спасибо, самурайчик. Спасибо, мой хороший мальчик. Ой, молодец какой. Ай, молодец, мой мальчик, молодец, умный. Спасибо, самурай, спасибо. А ты балбес. Давай, все, в дом. Ну, видишь, шлейка, как они умудряются. Что за умный пес? Это пес какой-то. Пес, говорю, кот. Фу. Все, домой. Морда наглая. Не, наглый. Да не, конечно, сейчас ты у меня побежишь. Все. Твое счастье, что граф не гулял. Вот, арбуз готов. Холодненький. Сейчас мы его порежем. Я без шкурки буду, не хочу без шкурки. И постараюсь максимально очистить косточки. И покормлю в жару наших собачек. Не знаю, Лео будет там есть или нет. Лео у нас уже ест практически натуралку. Вот он играется. Вот он, малыш. Котяра, что ты игрушку свою сломал? Мышечку, на свою мышечку. На, мышка, играйся. Ух, да какой шустрый мальчик. Все, посыграть, а мы пошли арбуз резать. Такой красненький, сочный. Август, сезон арбузов. Я люблю только в августе есть арбузы. А все, что не в августе, честно говоря, мне не очень нравится. Друзья, я с помощником. Вот видите, нарезал арбуз, косточки отделяю. Я не знаю, полезно, не полезно, что и как, но... Ничего хорошего от косточек нет. Семечки, косточки. Так, отойди от ножа. Это мой помощник. Ну, он облизывает, не ест, но облизывает. Пойду сейчас кормлю. Видите, как в пятизвездочных ресторанах, отелях. Все очищено. Так неспокойно. Полчаса делаю, и все. Зато спокойно потом. Что, сейчас пойдем собачек кормить? Нет, туда не залази. И сразу чистится. Ух ты, как он умеет, когда видит. Что, пойдемте кормить. Все нарезано, все сделано. Я первый раз кормлю. Может, дети кормили, может, ювенали давал, но, насколько я понял, не давал. Мы не давали арбуз собакам. Сейчас посмотрим, как они его едят. Ничего сказать вам не могу. Вместе, как всегда, идем проверять. Кормить. Дорогие друзья, вы подумайте, я с ума сошел? Ну, нет. Вы же, когда арбузом кормите ребенка, вы же очищаете. Давайте первый самурайчик. Вы же очищаете от костей. Ну, для нас они тоже дети. Ешь, самурайчик, ешь. Ешь, маленький. На, я тебе положу сюда. На, поешь. Поешь. Начнем с босика. Господин босс, здравствуйте. Арбуз заказывали? Арбузик заказывали? Нет, босс, отсюда не надо. Нет, босс. На, иди со своей миски ешь. 10 килограмм арбуза было. Ой, молодец, кушай на здоровье. Вот так тебе. Ой, хорошо. Ой, молодец, холодненький арбуз. Ешь, ешь. Отойди мне. Отойди в сторону. Ну, давай отойду.
Кушай, понял. Видите, какие меня собаки не любят, чтобы на душу стояли. Потом проверим. Там? Арбуз номер заказывали? Так. Арбуз номер заказывали? Да, девочка. Рум-сервис. Паху. Рум-сервис. Тебе много не буду. Давай. Можно. Кушай. Кушай. Хуй можно. Все, отхожу. Ну, у тебя вот там лежит, ты на это смотришь. Все, ешь. Что ты? Не нравится тебе арбузик? Ну, давай попробуем. А тут так все хвалят. На. Так, странно. Хома не ест. Ну, попозже зайдем, проверим. Зажравшиеся у меня собачки, зажравшиеся. Все, отхожу, потом проверим. Я знаю, кто будет лучше всех есть. Борзые мои. Рум-сервис, господа отдыхающие. Сейчас я ему положу в миску и подключусь. Неудобно одной рукой. Господин Хан. Арбуз холодный заказывали в номер. Все понятно. А видите? Сейчас. О, я от них отключаться не буду. Постараюсь телефон удобно взять. Сейчас начнется шоу. Да? Леди, господа молодожены, рум-сервис, обслуживание в номерах. Вам побольше, да? Он великий, тоже не будет есть 100%. Я так думаю. Если никто не ест из них. Сейчас мы проверим. Так. Леди, убери свое. Клюв свой убери. О, я же говорю, эти все едят. Не хотя ест, но ест. Так-то прям, дорогие друзья, ничего прям такого нет в этом арбузе, чтобы там собаки с ума сходили. Она даже не подходит. Все. Кусок силы и все, ей не нравится. Когда собаки сыты, дайте ушко попробуй, да, моя девочка. Тоже не поел. Я думаю, что водичку они выпьют с удовольствием, арбузный сок. Единственное. Леди, зажралась ты, мадам. Молодец, лордик. Молодец. Ну, пойдемте. Кто у нас остался? Вы великий? Ну, пойдемте попробуем. Ну, вообще, ноль реакции. Ну так, очень хило. Поэтому, дорогие друзья, собаку надо мясом кормить, чтобы она вот так сидела возле еды, а не кидалась. Конечно, если бы я их день не кормил бы два, я сейчас им арбузы сделал бы сюда, миску наложил бы, и они бы разорвали бы. А так, у нас все по режиму. Меню у них свое. Самурай тоже не поел, но сейчас проверим караф. Вот его кусочек я положил. Вот он лежит, не поел. Сейчас уберем, чтобы осы не налетели. Пойдемте к великому. Рум-сервис. Холодненький арбуз. На обед. Можно.
Я тоже не понимаю, что это. Лакомство, говорят. Говорят, собаки любят. Что ты скажешь, а? Любишь ты это или нет? Ты собака или человек? Свежий, холодный. Во. Во. Давай, ешь. Ешь. Мне вот тут так почистил, его нарезал и принес, положил в холодильник в комнату. Ваську-то. А? Что, ты никак? Ну не хочешь, не надо, пойдем, что я тебе. Ну здесь то же самое, на. Здесь то же самое. Что ты меня разнесла? Нет, дорогие друзья, упс, эксперимент не прошел, мои собаки не голодные, может, не привыкшие еще, все возможно, но арбуз они есть не хотят, им подавай, икру не хотят, им подавай мясо с овощами, разное мясо, баранину, индейку, говядину, кости, да, великий? Да, мой мальчик, да, мой красавец, ай, какой мужчина, хвостиком-то виляет, все похвалили твою фигурку, когда, ну, сидеть, граф, все похвалили твою фигурку, сказали, какой красивый парень, атлет, сложенный, сидеть, граф, сидеть, ждать. Сложенный парень с красивой талией, широкой грудью. Эх, граф, граф, если бы обо мне так говорили бы. Ну, ты занимаешься, а я снимаю. Вот и разница. Гуляй, гуляй, гуляй. Все, мы пойдем. Проверим, босс поел или нет. Бочка поел? Бочка. Не, я мало, потому что не поел. Все. Босс, сидеть. Молодец, Боська. О, какие глазки. Сиди. Ой, какие глазки. Вот ты. Все, пойдем тихомочко проверим. Да? Нет. Не поела. Эх, вы бессовестный. Я потратил целые 35 минут. Хома, сидеть. Молодец, девочка. Ждать. Еще несколько килограмм, и девочка пришла в норму. Да? Прилечу, и продолжим занятия. Пока будешь отдыхать. Скоро поедешь к Вике, позанимаешься. Веди себя хорошо. Не балуйся без меня. Слушайся старших. Не давай в обиду своих братьев и сестер. Хорошо? Дай глазки так. Тонечка, не скучайте. Не скучайте. Ну что, Ханечка? Всего лишь пару кусков не поел. Ну, здесь один лордик. Ну, ты обоссышься, лордик. Извиняюсь за выражение. Леди не ест. Не нравится тебе, красавица? Не хочешь? Видите? Брат с сестрой, один ест, вторая не ест. Лордику понравилось. Только лордику понравилось у нас. Поэтому он как лошадка стал. Посмотрите на его рост, пожалуйста. Он всего лишь щенок. Ты тоже щенок? Беглец. Так, лордика надо чуть попозже выпустить. А то он сейчас столько съел. Все, дорогие друзья, продемонстрировал, показал. Писали вы. День арбуза был, писали. Вы сами все видите. Великий тоже не поел. Все, не любят они ни арбузик, не хотят. Или не привыкшие, еще раз повторюсь. Мы не заставляем наших питомцев.